У 3 югорчан подтвердили вирусный клещевой энцефалит. Такой диагноз даже поставлен 2-летнему ребенку. Как сообщают в окружном Роспотребнадзоре, все случаи завозные. Кроме того, у 4 человек подтвержден диагноз клещевого боррелиоза. Инфекции, которые передают клещи, также подозревают еще у 24 югорчан. Всего на данный момент за помощью к медикам обратились почти 3000 человек. Это немногим меньше, чем год назад. Почти на 13%. Больше всего случаев нападения клещей регистрируют в Ханты-Мансийске, Пытьяхе и Нефтьюганске. Каждый третий случай присасывания произошел в лесу. Столько же пострадавших и на дачах. Словом, в тех местах, где не было акарицидной обработки.